Чувашии стартует проект «Герои с нашего двора». Это обычные мальчишки и девчонки, живущие рядом с нами, но их целеустремленность творит чудеса. Все они активно занимаются спортом и уже достигли определенных высот. Перед съемкой ребята волнуются не меньше, чем перед спортивными соревнованиями, ведь билборды с их фотографиями теперь будут украшать города Чувашии. Двоюродные сестры Диана и Катя Строгановы пришли в спорт вдвоем. Хрупкие девушки занимаются стрельбой из лука всего 2 года, но уже смогли завоевать множество медалей и наград. Катя мне предложила, и я решила пойти на стрельбу, пришла на ее тренировку. Она стреляла на 18 метров, и как раз... Мне решили, давайте, попробуешь. Я такая, хорошо, попробуем. Самое сложное, если в разных луках. Если в блочном луке, то это натягивать. А в классическом луке, мне кажется, то, что больше всего прицеливаться, там прицел не такой, как у нас в блочных луках. Конечно, все они только в начале пути. Главные победы еще впереди. Ребята строят планы на будущее, и, конечно, они обязательно сбудутся. Юные спортсмены уверены в своих силах. Мать карате с 5 лет. Сейчас мне 8. У меня больше 30 медалей. Мне очень нравится выступать на соревнованиях, я всегда побеждаю. В будущем я стану самым лучшим каратистом в мире. Сейчас я занимаюсь триатлоном уже около 7 лет. Я был бронзовым, серебряным призером первенства России, также и выигрывал первенство России. Я очень рад, что мне выпала такая возможность участвовать в этом проекте. Проект только начался. Героем нашего двора может стать каждый. Просто необходимо любить спорт и отдавать ему все силы. А фотографии на улицах городов станут дополнительным символом для сверстников. Ольга Семенова, Дмитрий Салманов, Республика.